Меня зовут Алексей Летучий, мне 26 лет. Я занимался боксом. Полтора года назад выступил в Владивостоке, у нас был турнир. И вот сейчас поступило предложение в РССИ. Меня зовут Глеб Пресенчук, я из Казахстана. Я базовый боксер, и мы с моим тренером, узнав, что на Урале есть такая лига, как РССИ Хард, и они делают крутые бои, мы пытались в нее попасть, что и получилось это сделать в том году, в апреле месяце. Я хочу просто эмоционально разгрузиться после тяжелой подготовки. Ну и, конечно, выиграть бой. Выйдем, подеремся. Дамы и господа, представляю вам бойцов. Передо мной чемпион Дальнего Востока по рукопашному бою, призер чемпионата России по боксу, прямиком из города Находка, Алексей Летучий. Его соперник, воспитанник РССИ Хард, мастер спорта международного класса по абсолютному реальному бою, амбассадор РССИ Хард, который успел записать на свой счет две победы в столице единоборств России. Непобежденный Глеб Пресенчук! Рефери боя Игорь Тамадаев. Внимательно слушаем команды, соблюдаем правила. Пожали друг другу руки, по углам разошлись. Ну что ж, да, у нас мастер спорта по абсолютному реальному бою, как это сказал наш прекрасный ринг-анонсер. Это первый у нас, раз. Друзья, 77 кг, одна из немногих весовых категорий, где сегодня не будет отборочных боев. Но это чемпионский бой. Будет чемпионский бой. Да. Ну и это первый представитель Казахстана, а их сегодня у нас, если я не ошибаюсь, трое. Такой вообще вот первый представитель деле... этого десанта, который высадились сегодня на нашей площадке. Ребята из Казахстана очень неплохо показывают себя в кулачке, потому что мы очень сильная школа бокса. Да, там бескомпромиссная, агрессивная и в то же время очень техничная такая школа. Потихонечку поддавливает, поддавливает, настреливает. Пресенчук да. пытается тут первым номером отрабатывать. Он у нас с белыми тейпами, если не ошибаюсь, Летучий с черным. Да, ну мы помним ой-ой-ой. Поединки Пресенчука, там побеждал два месяца назад буквально там у Рустама Хаджиева. Ну, такие удары пока как веслом. И пока очень такое аккуратное начало, да, не стартуют ребята, пристреливаются оба. Пресенчук постоянно так качает снизу вверх, немножко. Ищет момента, да, для чтобы опустить руку соперника. Немножечко не хватило там дистанции, чтобы попасть. А вот сейчас хорошо джебом цапнул Пресенчук и куда-то в области резинки шорт попадает прямым. Ну, извинился. Я все видел. Да, и специально. Пока дистанционный такой бой. Ни одного размена на ближней дистанции мы пока не увидели. Дистанционный бой это... Да. И больше по зуму. Война финтов еще. Так. Пытается Летучий вторым номером, я так понимаю, работать. Видимо, такую тактику он для себя выбрал. Хочет встречать. Вот этим левым боковым пытается подцепить часто Летучий. Правый пока сам не подключает. Но у нас, на защите. Правда, в стойке левши. Большой мастер отрабатывать вот этим левым навстречу боковым Саша Сидоренко. Он же гроссмейстер. Он прям стелит людей да. левым боковым. Но здесь пока... Ух ты! Ух ты! Ударом слева как сложил, как велосипед и прямо, причем своего соперника. Короткий такой удар был вблизи, да, но тяжелый. Ух ты! И, скорее и всего, все, что это ли? Нокаут. Не может подняться пока Летучий. Все, отличная друзья! Отличная победа! Вот это да! Глеба Пресенчука.
Запомните это имя. Молодая, зажигающаяся звезда российской кулачки. Думает, что он не будет дебютировать. Он врет. В этой организации. Друзья, давайте еще раз поаплодируем за этот быстрый и фееричный бой. Тяжелый нокаут, но боец восстановился. Судья в ринге. А это значит, что мы сейчас узнаем время победы. Уважаемые дамы и господа, рефери остановил бой на первой минуте 59 секунде первого раунда. Победу нокаутом одержал по-прежнему непобежденный Глеб Ресенчук.